Всем привет, с вами Анчел. Сегодня будем играть в Pumping Simulator 2. Все, наверное, смотрели там Усакова Куплинова, потому что я увидел то, что там есть у него ролик такой. World name. Какое можно создать имя? Оса 235. Не смотрел ролик этот у Куплинова, вообще не знаю. Типа, я видел то, что это вот и он тоже сейчас показан, то, что это вот там всяких машин приезжают, им надо заправлять всякое вот это. Ну это единственное, что я могу знать, и это можно понять по картинке. Учебная задача: проверить свою электронную почту, Tab, чтобы открыть планшет. Слишком быстро, ну пофиг, почта. Выход из здания, мать. Привет, сынок, после смерти твоего отца он смог оставить свою машину только нам. Продай эту машину, получи немного денег и найди себе работу. В противном случае я не знаю, как долго мы сможем продержаться. Ладно, мам, чё ты так сразу на меня жестко? Давайте сейчас чуть-чуть убавим управление мышку. Что-то типа так. Еще ниже. Ну, короче, как-то так. Все, нормальная мышка. Выставить семейный автомобиль на продажу. Выставьте свой автомобиль на продажу. Ждите, пока люди придут покупать ваш автомобиль. Окей. Как это сделать? Где это сделать? Ого, окей. You need to sell this car to... Ага. Сначала завершите обучение, нажмите F, чтобы выставить на продажу. Есть в продаже, нажмите F, чтобы снять продажу. Ждите покупателя. Учебная задача. Шикос. Уже почти 8 часов утра. День первый. Продаем покупателя. Продаем человека на машину. Машины продаем человека. Машину, короче, продаем. Опа. Ой-ой-ой. Здравствуйте, я здесь, чтобы купить вашу машину. Добро пожаловать, конечно, мой автомобиль не продается. Добро пожаловать, конечно. Вы имеете в виду цену? Да, я хочу 3925 долларов. Мое предложение для вас составляет 3729. Я не могу это принять, мое предложение. 3925. 3850. Окей, хотя бы так. Добраться до станции быстрее. Night Club какой-то. Какой-то клуб. Вот станция. Это чё? Это кафе. Это чё? Гараж. Добраться до станции. Давай, ура! Все, я пришел. До станции. Станция 10 долларов. Погнали. Жестко сейчас буду всякие машинки. Кто-то чинить, там что-то им поливать. Купите площадь. Завершите процесс покупки взаимодействия с заборами. Шикос. Босс. Купите площадь. Опа. Площадь. Удерживайте Е для покупки 1180. Ну как-то не очень. Чистая станция, собрать мусор вокруг станции, выбросить в мусорное ведро, очистить грязь с помощью швабры. Вы можете выбрасывать мусор с помощью мыши О. Слишком дофига я потратился сейчас. Ну ладно. Продать. А, я понял, я сейчас все продам, и я намного больше получу. Че, куда мне это? Че это? Иди отсюда. Пусть там пока что будет. Не знаю, что мне с ним. Иди сюда. Я просто выбросил, серьезно, а где он? А где мусорка? Ладно, пофиг. Я нашел мусорку, но не нашел мою мусорную. Мою мусорку, короче. Окей. Что-то 100 долларов сейчас какой-то грязи получил. Закину? О, я закинул!
жестко очистить, собрать. Нет, конечно, нет. Но когда я вот второй сейчас раз кинул, ну, короче, предыдущий раз кинул, то фиг... Блин, я не могу рассчитать. Я тут... А, не, я все же не попал. Ну, ёпту налево. Это было очень красиво, это как будто я закинул. Ладно, блин, я сейчас расстроился. Я думаю, я реально баскетболист. Плюс 10 долларов, считай, оплатил поездку. Плюс 128 долларов, несколько поездок. Бамс. Я сделал! Я закинул! Я закинул! Ой, ща было офигенно. Жесть. А, продать. Еще одна поездка. Еще вот. Ровно поездка. Ладно, пофиг мне на эти поездки. Я реально все свои деньги теперь верну. Мне кажется, ну ладно, не больше, конечно. Ну, типа, очень много я сейчас верну. Ой, я, кстати, мог бы сейчас закинуть. Ну, типа, чуть-чуть поближе бы. Удерживайте Е, чтобы вызвать мусоровоз. Мусоровоз в пути. Где? Откуда он при... Опа! Мусоровоз едет. Грязь. Грязь почему-то все же получается есть. Но... нигде не показывает, что ее можно убрать. Чтобы выбрать швабра... Подожди. Мусоровоз, о чем мне тебя... взаимодействуете? Мне с тобой еще взаимодействовать надо, убираешь? Я для завершения. Сам уехать не можешь? Левый альт. Визуализируйте, нажав левый альт. Окей, молоток. Выбрать молоток, ремонт рынка. Ремонт рынка с помощью молотка. Сюда одним молотком просто бабах. А ремонт крыши молотком. Ага, вот этой крыши. Я думал той. Я думал, надо забраться на здание и там отремонтировать крышу. 250. Бабах одним молотком. Бабах одним молотком. Туалета молотком. Я вообще все, видимо, буду молотком тут делать. Типа, туалет починил молотком сейчас. Крышу какую-то починил молотком. Заказать кассовый аппарат. Тап, чтобы открыть. А-а-а. Зонама. Шикос. Кассовый аппарат. Заказ. Можно? Нельзя. Откуда он приедет? Опа. Чё это? Чё? Ну я встал и чё? Курьер, доставь мне заказ. Тележка, кати меня. Катай меня. Катай меня. Какой курьер? Где курьер? Опа. Нифига себе. И ушел просто по лесу. Куда он идет? Ладно, пофиг. Открыть. У меня есть теперь касса. Заказать топливо, чтобы открыть... Да. Станция. Сколько мне топлива надо? Топливо. Фулбак. Шикос. Дождитесь прибытия бензовоза и взаимодействуйте с ним, чтобы заправить топливные баки. Окей. Иди сюда. Не сбей меня. Он реально становится передо мной. Нифига, я думал, реально собьет. Реально становится передо мной. Вау. Ё-моё, как продумано, офигенно. Такие придурки, как я, хотят, чтобы сбить. Но он даже не сбивает меня. Это хорошо, это приятно. Спасибо тебе. Давай быстрее, ё-моё. Вот, сюда, канистру. Иди сюда. Чё не доехал-то? В чём смысл-то доехал? Окей, подождите клиента, жду клиента. Я за кассовым аппаратом сижу. Я кассирша. Так. Что тут вообще есть? Что такое? Что бабабах? Что тут? Почта ELWeb. Запрос на рассмотрение. Что это? Типа тачки покупать? Нафиг они мне.
камера. Шкос. Галерея. Шкос. Обновление. Обновление есть. Качество, способность торговать, способность рейдера. Ой, трейдера, рабочая скорость. Окей, понял. Станция, понял. Полка всякая, туалетная бумага. Так, клиент. Сейчас его оборудую. Вернусь дальше смотреть. Удерживать Е, чтобы взять. Удерживать Е, чтобы заполнить. Удерживать Е, там сейчас... Сколько тут она мне долларов будет должна? Давай, сколько ты мне долларов будешь? Ладно, пофиг, пока наполняться. Рейтинги пока что нету. Заем. Заем не надо. Безопасность не надо. Ой. CSGO. Пофиг, давай крутанем. По приколу. Понятно. Развод все это. Иди отсюда. Хэй. Привет, красотка. Ты точно красотка? Ой-ой-ой. Что за глаза жесткие? Иди нафиг. Мне сейчас страшно стало очень. Взять, положить. Завершите заказ, подойдя к кассе и взаимодействуйте с кассой. Собираюсь заплатить. Давай, иди быстрее. Что-то еще есть интересненькое. Обновление. Трейдера. Что такое трейдер? Ну, конкретно тут, что это такое? Е для завершения. Okay. Заказать газовый насос, чтобы... Чего? Какой газовый насос? Зачем мне газовый насос? Типа, чтоб еще одни челы могли. Пол очень плохой, иди в жопу. Ты же не на пол пришла смотреть. Что за прикол? Станция, еще надо заказать. Заказ. Понятно, рабочие. Навык 1-1-1-1. Очиститель, пампер, шайба, механик. Зачем мне шайба, зачем мне пампер? Что такое памперс, блин? Цены. Нет, топлива не надо. Давай поднимем вот. Чтоб красиво было. Вот так вот. Чё, ты из-за этого уехал? Обиделся, блин. Я же чуть-чуть совсем поднял. Давай 1.05. Всё, шкос. Улучшение станции. Рабочая скорость, больше пешком клиент, больше автомобиля, более качественные сотрудники. Мне заказать бы... Во-первых, надо поставить газовый насос, да? Улучшить... Давай больше автомобиля, наверное. Чё можно? Подожди. Что можно улучшить? Где я вообще? Где я? Обновление. Движение, качество камеры, способность торговаться, способность трейдера. Я не знаю, что такое трейдер, поэтому давай его улучшим. Правильно? Правильно. Офигенная у меня логика, конечно. Давай вот так вот, вот так вот, вот так вот. Станция, улучшение станции. Рабочая скорость. Больше автомобилей. Вот что-то типа такого улучшу пока что. Где этот курьер? А, уже есть. Я понял. Ну ладно, я думал, он еще не приехал. Так, шкаф. Зачем мне шкаф? Шкаф? А, шкаф это туалет, я понял. Просто чуть-чуть тут английский хромает, да? Люди, приезжайте ко мне, покупайте мои насосы. Насосы, не насосы. Ну что за фигня? Вон даже курьер уже пришел, а люди никак прийти не могут. Он второй раз уже, третий пришел. Давай мне в руки. Дай в руки. Really? Really. Пойду положу шкаф в туалет. Бамс.
Немногие клиенты приходят ночью, едут домой на автовокзале. А, уже ночь, я понял. Давай еще один день, наверное. Или... Сколько вообще времени прошло? Давайте, наверное, еще одну эту фигню. Или хотя бы, типа, поспать. Не знаю. Наверное, поспать еще просто. И все. Или... Еще один день можно. Ты кто? Как дела, детка? Прекрасно, детка. А ты? Прекрасно, детка. Ты принес что-нибудь для меня? Вот твой подарок. У меня этого нет. Ну и фиг с тобой. Все, я поспал. Шикос. У меня откуда-то жена есть уже, получается. Ничего не понятно. Кто мне звонит? Кто мне звонит? С любовью. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Идите на станцию, используя вокзал. Пошел на станцию, Кая. Детка, блин. Капец, у меня дом жесткий. Дом жесткий. А, типа... Дом жесткий, у меня остальное ничего не жесткое. Станция. Тут базар какой-то. Боже мой. Еще не понимаю. Carrefour Sale Simulator. Так. Я пришел заказать полку. Полку. Откуда мне деньги на полку, скажи мне, пожалуйста. Откуда мне деньги на полку, скажи мне, пожалуйста. Все, ладно, фиг с ним. Убавляю нафиг цены. Как все и было. Убавляю нафиг цены. В жопу это поднимание цен. Даже играть еще не начал, уже поднял цены, я гений. Приезжайте уже кто-нибудь, ну. Что за прикол? У меня денег нету. Что оттирать-то можно хотя бы? Летучая мышь. Швабра. Что у меня там олец? Что это? Что это? Губка, шланг. Что еще где-то валяется, наверное? Нет, больше ничего не валяется. Ну чё, приезжать-то ко мне кто-то будет? Нет? Алло? Алло, 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 алло. Видимо, нет. Потому что ко мне никто не едет. Видимо, никто и не собирается. Классный день, сейчас выйдет второй. Просто пусто. Пусто. Нет клиентов. Никого нет. Никого. Просто. Посижу в мусорке пока что. Даже сесть нельзя. Ну что за... Ко мне вообще могут клиенты сейчас приехать? Если никто не едет. И сейчас обязательно надо заказывать полку. Откуда у меня полка-то? У меня есть молоток. Ну чё, кто-то приедет сегодня, нет? Ночной клуб, базар, автосалон, склад. Съезжу на базар, чекну. Что это вообще такое? Пофиг, потерял $20. Базар, привет. Цветок за $20, шикос. Таблетка $25, шикос. У тебя что есть? Кофе $5, шикос. Нафига мне это все? Нашиши мне это все. Здесь можно играть ночью, нифигово. Тут что? Тут пусто. Капуста, шикос. Ну, он поехали дальше на станцию. Сидеть ждать клиентов. Если реально клиенты не приедут, я не знаю, что я буду делать. Вот до конца дня, если челы просто не приедут, я не знаю. Они вообще могут сейчас приехать, пока идет обучение, или нет? Я деньги потратил, и как я могу полку-то заказать? Занама добавлять.
удалять, добавлять, удалять, удалять, добавлять, удалять, добавлять, удалять, добавлять, удалять. Tab можно пропустить. Во-первых, сохранять. Можно пропустить. Нельзя пропустить, короче, эту фигню, видимо. Это грустно. Это грустно и невкусно, это грустно и невкусно, это грустно и невкусно, это грустно и невкусно, это грустно и невкусно. О, плюс $80. Чего? Сюда. Каким образом я сейчас деньги получил? Мусор. Бамс, 33 метра. Давай, неси уже. Надеюсь, это последнее, что нужно было заказать, потому что у меня денег нет теперь точно. У меня $14. $14 это никуда не годится. Давай. Really? 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 Бамс. У вас нет товаров. Колу. А где я вам колу-то возьму? $64. У меня недостаточно денег. Really? Вы бы хотя бы предупредили, не знаю, что не надо улучшаться. Ну что за трэш? Трэш какой-то происходит. Люди, приезжайте. Давайте я, как бы, это все вот так вот. Вот так вот оно происходит. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Если они сейчас не приедут, я не знаю, что я буду делать. Ибо я убавил цены максимально просто вниз. Если они не приезжают, это будет их вина. Что они не купили бензин по такой дешевой цене. Это будет их, мать его, вина. Они просрали такой шикарный шанс. По 0,5 купить бензин. 0,5 цена от настоящей. А денег нет просто. Что мне делать с деньгами? Каким образом я колу куплю вам? У меня нет денег. Нету денег. Нету денег. Попробуй сейчас. Нету у меня денег. О! Фиг, я угадал. $64. Где я вам возьму эти деньги? А? Где я вам возьму эти деньги? Какашки. Ах, у меня $4. Что мне делать с этими деньгами? Пойду прогуляюсь. Вон кафе. Гараж. Найт-клуб. Дом. Базар где? Не знаю, где базар. Я сейчас сдохну. Я не знаю, что делать. Меня никто не едет покупать ничего. Видимо, это ГГ. Видимо, я просрал мой шанс единственный. Как-то что-то сделать в этой игре я просрал шанс. Это грустно. Блин. Ну, капец. Давайте едьте, чё город-то пустой? Что за дома? Бесполезные какие-то. Даже люди из них не гоняют. Бесполезные дома. Чё написано хотя бы? Carpet Barn. Carpet Barn, блин. Идите в мой бензиновый этот магазин. Покупайте бензин. Слушай, я не знаю, что еще делать.
попрошайничать, деньги просить. Все, я, видимо, реально бизнес потерял. Просто взял и потерял бизнес. Вот так вот, просто. Легко и просто потерять бизнес, оказывается. Просто купить, улучшиться на там миллион долларов. Как она называется? При учебных заданиях этих, короче, тупых. Давай, короче, сохранять. Возврат меню. И вернусь сейчас еще раз. Я пришел, но люди, видимо, не поедут. Удерживайте Е, чтобы взять. Блин, я думал, я смогу домой уйти с ним. Ну чё, люди, приезжайте заправляться. Или у вас у всех бензин есть, а? А? Давай до 14 дождемся. Вдруг кто-то приедет. Короче, давайте просто на паузу поставлю ролик. И переключим сразу на 14, потому что долго будет. Все, ждем. Короче, вот 14.01 и никого нету. Видимо, я сломал игру. Все, короче, всем удачи, всем пока. Видимо, это ГГ. Минус симулятор, все. Только начал, сразу закончил, видимо, все. GG.